Итак, ребята, здравствуйте, мои дорогие, многоуважаемые пользователи нейронных сетей, которые создают люди каверы и так далее. Сейчас я вам буду рассказывать, показывать, как же продолжить тренировку в RVC2. Сразу же сходу переходим туда. Вот такая модель, я ее обновил сегодня. У нас вот новый файлик такой, он ничем не отличается внешним. Смотрите, что мы делаем. В принципе, запускаем все то же самое. Нажимаем кнопочку Play, то есть G-Drive подключаем и нажимаем кнопку Play. Выполнить. Я не робот, проходим проверку. У многих этого нет, у меня есть. Потому что я, походу, робот. Здесь все, мотоцикл. Вот смотрите, я все ему, в принципе, отмечаю. Сейчас он меня... не пошлет. Все отлично. Итак, смотрите. Мы вчера с вами сохраняли модель. Вот здесь вот. Помните, нажимали кнопочку «Оп», «Сейф», я вам сказал, обязательно сохраняйте, это вам поможет. Писали имя, как модель мы тренировали. Нажимали кнопочку «Сейф», и нас сохранял. Так, здесь все. Разрешаемся. Если вы не знаете, для чего мы сохраняли, сейчас я вам это буду рассказывать. Не только для того, чтобы загрузить файл и заново им начать пользоваться этим голосом, но и для того, чтобы дотренировать модель. Сейчас я вам расскажу, как мы это будем делать и реализовывать. Итак, у нас тут вот на диске папочки, как я сказал, две у нас. Как же сделать-то? Вот так вот. RVC и RVC package. То есть у нас здесь вот файл. Вот. У нас есть здесь Макаров. Этот файл, который мы с вами сохраняли. Берем его название, сразу же копируем, в принципе. Оно сейчас нам будет нужно. Все. Скопировали название это. Переходим обратно. Ждем. Моделька у нас пока в это время прогрузилась практически. Сейчас мы с вами будем загружать модель. Сколько сохраняется модель? Модель сохраняется минуты 2-3, чтобы вы понимали. А загружается модель в 2 раза быстрее, в 3 раза быстрее, может быть, секунд 40, чтобы загрузить ему модель нужно. Все, мы получали две ссылки. Заходим на ссылочку. И сразу же из нее выходим. То есть модели у нас, видите, здесь никаких нету. Вышли. Написали название сюда. Я ее скопировал уже. Нажимаем загрузить. Load. Это останавливаем. Здесь должно быть остановлено. Остановили. Все, видите, появилась вкладочка Play. Теперь запускаем вот этот код-блок. Все, началось выполнение кода. Ждем, пока здесь появится выполнена галочка. А внизу видно, сколько времени прошло. 10 секунд, 11 секунд, 12 и так далее. Мы видим, за сколько сейчас у нас загрузится модель. В принципе, она весит 1,3 вроде бы гигабайта, да? 1,36. Сейчас нас загрузится у нас. Секунд, я думаю, 40 это займет. Прогружаем. Сейчас я вам расскажу. Все, модель прогрузила. 29 секунд это заняло. Запускаем обратно вверх. Наш. Ждем, сейчас быстро загрузку это уже пройдет. Все, файлик подгрузился наш, вот он. Макаров версия 2. Итак, все, ссылочка локальная и паблик. Заходим на паблик. Итак, а у нас здесь есть модель эта. Нажимаем, чтобы дотренировать модель, нажимаем кнопочку Train обратно. Нам нужно написать сюда это же название, одинаковое. То есть Макаров версия 2. Как папка у нас называется, как мы называли ее, то есть как вот здесь у нас называется, Макаров, нижняя пятерка, версия 2, до точки. Так и нам здесь нужно написать, ваше свое будет название здесь. Вписываем нужное количество эпох сразу же. Здесь у меня сделано 300 эпох вроде бы. То есть я сейчас напишу 500 эпох. В расширенных настройках ставим количество сохранений, шагов сохранения. Я рекомендую ставить на самом деле 20. Моя новая рекомендация 20. Batch size buffer 20 тоже ставим. 20-20, два значения этих. Ставьте 20-20. Здесь дальше ничего не изменяем. Yes, no, yes должно стоять. Все, закрываем. И что мы нажимаем? Мы нажимаем кнопку Train Model. Ничего здесь больше не заполняем. Ни сюда ничего вставляем, ни здесь ничего не нажимаем. Ничего больше нигде не нажимаем. Нажимаем кнопку Train Model.
Вот, несколько раз мы прожали эту кнопку, потому что ошибка иногда бывает, если файлы не прогружены. Несколько раз, не забывай, если у вас error написалась, несколько раз просто нажмите, он просто подгружает эти файлы, ему они не нужны. Переходим сюда, вот у нас модель это разворачивается. То есть мы здесь ничего не вставляли, никаких файлов. Но в нашем архиве зиповском это все есть. Смотрите, эпохи. 300, 300. Начинаем с 300-й эпохи. Сейчас пойдет 301-я. То есть мы дообучаем модель. Все. Все максимально просто, как вы видите. Это мы делаем. Если у вас error появляется, нажимаем несколько раз просто кнопочку, пока здесь будет написано процессинг. Я не робот, опять проходим. Что-то у меня само оно закрылось, ну ладно. А, значит, они поняли, что я не робот. Сейчас мы подождем с вами, когда эпохи начнутся. Все, смотрите. Эпохи 300-я. То есть сохранен модуль. И мы начинаем с 300-й эпохи. Как вам такое, ребят? Мы научились с вами сейчас дотренировать модель. Все максимально просто и быстро. Вот 300, 301, 302 сейчас будет. Все, тренировочка модели пошла. Что делать, когда он у вас тренирует модель? Смотрите, что мы делаем. Вам нужно перейти обратно сюда, вот, файла Guardio. Нажать Train Index. Чтобы индекс сформировался, файл индексный, новый сформировался, потому что у нас новое количество эпох появилось. И здесь нажать кнопку Download Model. У вас появятся две модельки, их не скачиваем. Потом, что мы делаем? Мы останавливаем наш блокнот. То есть сейчас, ладно, пусть идут эти эпохи, я не буду знать. Останавливаем наш блокнот. Переходим в пакеты наши обратно, вот в эти, где вот файл этот. Берем, удаляем этот файл, отправить в корзину, чтобы у нас он снесся. И сохраняем новый файл, название такое же. То есть, которое у вас здесь будет название, здесь новое название должно быть. И кнопочку Save. Save. И Play нажать. Все, у вас сохранится новая модель с новым количеством эпох. Просто если вы напишете опять такое же название, он у вас не даст сохранить. То есть, нам нужно старую модель удалить. Вот отсюда. Я надеюсь, все понятно я объяснил. Еще один раз объясняю. Когда мы новую модель сделаем, старую мы с Google диска удаляем и перезаписываем ее вот здесь вот на новую модель. Так что все, ребят, я вам объяснил, как дотренировать модель. Большое спасибо, что смотрели, ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии, отвечаю на все. В принципе, отвечаю на все. Ребят, еще очень много вы пишете, что у вас какие-то проблемы, что-то не получается. Я думаю, может быть, создать телеграм-канал какой-нибудь, чтобы мы могли хотя бы с вами на эти фотографии обмениваться. Просто мне не очень понятно восприять. Если у вас какая-то проблема, вы мне можете скриншот отправить. Я намного быстрее разберусь, чем вот с этим. Как вам такая идея? Телеграм-канал создать с чатиком, где мы с вами будем общаться на тему вот эти все, и я побыстрее там буду вам новые идеи, новости, то есть рассказывать. Как вам такая идея, ребят? Пишем комментарии, кто за эту идею за, кто против там. Я все буду делать, как вы скажете. Если вы скажете надо, то делаем. Если скажете не надо, не будем делать. Так что все, ребят, еще один раз. Всем пока-пока. Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчики, прожимаем комментарии, пишем. Всем удачи.